попробовать клёцки, пожать руку рыцарю и узнать, как жила белорусская шляхта 5 веков назад. Сегодня китайские журналисты познакомились с культурным наследием Беларуси. Для представителей 40 центральных и региональных средств массовой информации свои ворота распахнули Мирские и Несвежские замки. Гостям рассказали о легендах дворцовых комплексов, о том, как крепости держали оборону и какие роскошные здесь проводили балы. Об этих страницах белорусской истории вскоре узнают и в Китае. Большинство журналистов по итогам пресс-тура подготовили по несколько статей и репортажей. Я буквально полон впечатлений. Ваша история, культура, люди. Рассказать хочется обо всем, но первые материалы посвящены совместным проектам. Это и будущее индустриального парка, и скоро запуск из завода Белджи, и участие Беларуси в инициативе «Один пояс, один путь». И, конечно, отдельная тема – встреча с президентом Александром Лукашенко, после которой не осталось сомнений в том, что дружба между нашими странами будет только крепнуть. Сегодня же делегацию журналистов встречали в агрокомбинате «Снов». Это один из самых успешных сельхозобъектов и холдингов Беларуси полного цикла. Самой популярной частью программы стала дегустация. И по отзывам гостей, многие из продуктов могут занять место на китайских прилавках.